Всем привет! Да-да-да, EasyDrop. Решил я снова вернуться на этот сайт. Решил здесь пооткрывать кейсы. Как обычно, на балансе 250 плюс промокод. Чей-то промокод из подписчиков я, в общем, ввел. Чувак, в общем, там тебе прилетят плюшки. Спасибо за промокод. Радуйся плюшкам. Ребят, в это воскресенье будет у нас очередной розыгрыш. Воскресный, первый розыгрыш зимний. Я, если еще не придумал, сейчас не готов, вернее, озвучить, что там будет разыграно, да, то есть разыграно в любом случае что-то будет. Все условия, в общем, найдете в описании под видосом. Читайте, участвуйте и побеждайте. А мы начинаем открывать. В общем, какой план действий по EasyDrop? Так как стратег по опыту из меня вообще просто никакущий, я просто буду действовать по схеме, в принципе, в которой начинал. Нет, не ширпа кейс, вы не угадали. То есть я сейчас один раз открою кейс вот этот вот. Почему этот? А где? Где тот, который я хочу открыть? Во, вот этот вот я хочу открыть. Открою один разок Хитмана. Хитмана, он мне просто покойнет. Разок. Один разок открываю. Один разок. А потом будем открывать... Будем открывать смешанный... Хорошо. Ну, ладно. Ладно, я согласен. А потом мы будем открывать вот этот вот. Так, на 10 открытий не хватает, да? Короче, насколько хватает, столько и будем открывать. Будем открывать медленно. Смотреть, что вообще тут пролетает. По-моему, Херон хороший стоит, да? Алоха. Ёпта, ты что, меня преследуешь тут, что ли? Короче, продавать мы это ничего не будем. Потом это все, короче, просто может. Посмотрим, что выпадет, в зависимости от того, что выпадет, да? То есть, и сделаем демонтаж. Тоже херня какая-то, да? Нет, мы не продаем. То есть сперва не продаем. То есть сейчас посмотрим, сколько вообще при 250 нам удастся наварить. При балике 250 удастся наварить. Ну, судя по тому, что падает, наваром тут вообще не пахнет. Ну, у меня есть еще 3 фри кейса бесплатных. 3 первых фри кейса. Поэтому мы посмотрим, что там. Слушай, он на меня капец как обиду затаил. EasyDrop на меня, походу, затаил обиду конкретно. Потому что градиент, ну это тоже херня, да, какая-то? Да, ну, почти окупили. То есть, из того количества, сколько раз мы открыли, то есть, практически там что-то окупилось. Эх, все что-то прям... Тут даже контрактить смысла нету там, да. Потому что, ну, как, в принципе, смысла нету, то есть. Смысл-то, конечно, есть. Там же может, в принципе, и прокнуть X4, но это тоже фигня, да? Точняк. Слушай, ну с него вообще как бы... Не, он мне как-то с армейского, он мне, помню, что-то давал, там прям хорошо давал. А тут сейчас на нем алохой завершили, да? То есть, подожди, мы с алохи начали и алохом завершили, да? То есть это, в принципе, когда у меня первый лох выдал, мне надо было сразу уходить. Ну, давай фри крутанем, посмотрим, что. Вот, в принципе, посмотрим, чем порадует фришка. И порадует ли эмбарго гроза, да? Я рад грозе. Я рад. Но вы же видите по моему лицу, да? По моему радостному лицу, как я радуюсь грозе. Просто, может быть, это незаметно, да? Я думал, он до сюда дотянется. Ну и третий попытон. Смотрим, что здесь. Ну, грозка, да? Грозка. Ну, прям как-то не густо. Так, ну, давайте подведем итоги. Сколько? То есть, смотрите, 250 закинул, 182 есть. Консел. А, так, ну-ка, оба апгрейды, контракты. Что из этого? Что из этого мы... Так. Так, давай мы тогда... Вот эту мы пока оставим. Мы тогда... Не, зачем? Вот это все... Да ёптыть. Это сейчас каждый вот так вот, да? То есть вот это все мы пока продаем. Продаем. Примерно на сотку, да, мы сейчас продадим. На сотку. Чтобы открыть, чтобы такое открыть-то.
интересненькое это такое бы, чтобы, да, то есть открыть нужно было. Я прям в офиге. Я прям, знаете, в смятении. Ну, может, случайно запрещенное. Ну, ты ж не случайно запрещено, да, то есть получается. Давай откроем, чё. Чё нам, кабанам? Оно случайно же, не случайно запрещено, да, то есть оно же запрещено не просто так. Кварц, я рад кварцу. А может и не случайно оно запрещено совсем. Кварцу я очень рад. Изик, ну-ка давай тогда тебя и три раза вот так. На три как раз хватает, давай посмотрим. Чем? Как? Может, ты просто обиделся, что я не ширпа кейса открываю, конечно, я не знаю. Но похоже, что нет. Похоже, что ты просто обиделся, да? Ну, тут хватает на два. Давай. И потом вот эту на 80-ину попробуем, которая по 80 рублей у нас. Скинчик остался. Ну, тут еще будет на два. Остался скинчик, который... Попробуем на нем сделать апгрейд. Я знаю, что с апгрейдом у меня еще хуже, чем вот с этим 7 там, да? Ну, что-то он еще как-то пытается. Что-то он пытается мне там, типа, какую-то, типа, надежду дать, да? Но похоже, что нихера он мне не дает. Похоже, что так, да, армейская. Ну, тут еще на одну там, да? Ну, давай. Баталово сольемся. Боже, здесь в апгрейдах можно бабки использовать или нет? Сейчас залетим, посмотрим. Там, ну-ка, апгрейды. Вот эта штука. Стой. Использовать баланс. Тут можно использовать, да, баланс? Стой. Ну, и чё, чисто баланс, что ли? А, либо чисто баланс, либо... Нет. Давай. Ширк, ты-то меня прям хорошо окупал. Очень хорошо окупал, да? Ну, даже я вот этому был бы, в принципе, доволен. Я был бы даже этому розовому, который 70 рублей стоит, я бы тоже был доволен. Тут я на прошлой неделе один такой разыграл и прям хорошо разыгрался. Хорошо разыгрался. Все, ну все, у меня вариантов не осталось. Давай пробуем. Что мы пробуем? Ну, давай от 100. Ну-ка, от 200 что-нибудь есть. От 200. О. Вот этот P-Mac. Mac-Bash-Mac, да? И сколько это процентов? 37. Ну, как бы маловато, что-нибудь надо шанс хотя бы 50% попробовать, 150, вот это вот, да, вот этот UMP, аугов у меня уже дофига, ну-ка вот этот, 49, давай попробуем, посмотрим, какой будет результат, потому что апгрейды тут вообще у меня редко заходят, что тому и доказательства, какие там 30%, тут почти на 50 не заходит, да, что мы тут попробовать, ну, баланс, да, то есть весь баланс свой использовать, и что, ну, что ты не хочешь, то что даже он даже на такие скины, то есть баланс не использует, понятно, он даже не использует баланс на такие скины, ну-ка давай вот от 10, ну, что нам, будем лютить, да, лютить 3 рубля на 33%, давай. Просто вот в ноль, чтобы ноль остался на балансе, все, посмотрим. Ну, все, ребят, вы видите, то есть. Так, что, начало у нас положено, недельного теста из дропа, начало положено. Посмотрим, какой будет финал, да, ну, начало положено. Ребят, в общем, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, скидывайте ваши промокоды. И всем, конечно же, до новых встреч. Пока.